Да, именно из багажника от велосипеда сегодня будет самоделка. Надеюсь, Ванька, мой средний сын, не заметит пропажи. Но если что, я ни при чем. Короче, быстро надо избавиться от привычного вида багажника, для этого надо его распустить на прутки. После сильнейших ударов молотком багажник поддался и разобрался. Что действительно надо оставить, так это катафоту. Может, хоть она не даст сильно загрустить сыну. Поработал, пора и перекусить. Огурчик с собственного огорода. Кстати, а что если в этом огурце или в земле, где он рос, много нитратов? Хорошо, что у меня есть нитрат-тестер. С помощью его можно померить количество нитратов в любом продукте. Работает все очень просто. Устанавливаешь приложение, с которым работает прибор, на свой смартфон. Выбираешь любой фрукт или овощ и просто втыкаешь прибор. И он автоматически показывает норма или превышение нитратов. Вот как раз таки в этом кабачке очень много нитратов, поэтому я его выброшу. Но огурчик можно употреблять в пищу. Также нитрат-тестер может мерить радиационный фон. В наше время это очень важно, ведь 21 век принес много новых технологий, которые не совсем полезны для человека. Замеряем. Фу, у меня с радиацией все окей. А еще этот прибор можно брать с собой в поход. В случае, когда кончится вода, а пить будет хотеться очень сильно, он поможет определить, какая вода по мягкости. Всем известно, что дождевая вода пригодная для питья. Вот как раз таки она очень мягкая. Ссылки по промокоду на скидку 10% на грин-тест мини-эко и на всю линейку дозиметров, нитратомеров и измерителей жидкости воды. Грин-тест размещены под роликом. Так, для начала выпрямляем все изгибы и загибаем вот здесь ровненько. Ну, сейчас все покажу. Вроде не толстые прутки, но распрямить их нужно некое усилие. Видимо, они из какого-то серьезного металла. Кому известно, напишите в комментариях. В общем, с помощью молотка распрямляю багажник в один длинный пруток. С помощью болгарки и лепесткового диска убираю все неровности. Теперь задача по центру согнуть пруток ровно по трубе, чтобы не было острых углов. С помощью опять той же силушки богатырской делаю это. Этот кругляш, который загнул, теперь надо согнуть под градусов 10 по другой оси. С помощью еще одного отрезка делаю дополнительную дугу, согнув ее также через трубу и отпилив неровные края. Сваркой привариваю так, как вы видите на видео, и зачищаю швы. Получается вот такая вот, не знаю как назвать, короче, деталь. Пока ее откладываю в сторону, сейчас сделаю пару запчастей к этой детали и соединю их вместе. От оставшегося багажника отламываю еще один пруток. Тем более совпало так, что он уже согнут, примерно так, как мне нужно. Теперь с помощью тисков края у этой детали сгибаю ровно под 90 градусов и обрезаю, оставив по 1,5 сантиметра. Из старой пластины толщиной в 1 мм вырезаю две пластинки шириной 1,5 см и длиной 5 см.
По краям делаю отверстия, равные диаметру прутков багажника. С одной стороны спиливаю край, так чтобы получилось что-то наподобие крючка. Все зачищаю с помощью наждачки, согнув эти пластины под 90 градусов и отпилив крючки, привариваю их к основанию. После всех работ получается вот такая вот штуковина, то есть ухо загнутое, которое приварили его сюда, на одинаковой высоте, одинаковый уши. Так, все, эта часть готова полностью, вторая готова. Теперь вот эту часть вставляем в эти ухи, вот таким образом. Теперь здесь нужно зафиксировать так, чтобы они не вылетали. То есть либо наварить можно, либо какие-нибудь гайки накрутить, если, ну, как угодно. Я сейчас что-нибудь наварю, чтобы они не вылетали. Почти все готово, осталось только отпилить нижние края и немного заточить их. Заточку буду делать на своем станке, он меня выручает постоянно. С помощью наждачки убираю весь хром и крашу в подходящий цвет. Вот и все готово. Моя новая приспособа. Все готово. Вот такая приблуда. Погнали испытывать. Допустим, пришли мы на рыбалку. И у нас такой берег с обрыва прямо. Раскладываем удочку. Забрасываем. И вот таким образом она у нас стоит. Получился вот такой вот держатель для удочки. Но можно держать не только удочку, но еще и спиннинг. То есть спиннинг устанавливается вертикально, когда его забрасывают. Сейчас я покажу, как это ставится. Держатель для удочки. Либо держатель для спиннинга. Для удочки, для спиннинга. Надеюсь, сегодняшнее устройство кому-то пригодится. Мне точно. Всем, кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.